Сегодня пошли в кафешку есть суши в тихушку от детей. И что ты делаешь? Просто они заняты, дети, один ребенок в садике, другой в школе. Заняты, дети на работе. Да. А мы с мамой пошли суши есть, с детьми видим. Нет, мы завтра с ними пойдем вместе в кафешку, пойдем. Они будут там играть, и мы опять суши. Чтобы дети не видели. Тихушку будем есть. Нет, дети с нами тоже будут сидеть кушать. Они поиграют и будут кушать. Мы это видео сейчас выложим на YouTube. На свой канал хочу выложить. Или на мой. Твой давай. Я на своем канале сейчас. А ты что, прямой эфир тогда загрузил? Нет. Просто, я не знаю, просто видео, по-моему, там какое-то. Просто нет. Я сейчас загружу свои каналы, и мои девочки все увидят. Да? Всем привет. Я в гостях у дочки. Ну все, мы это пробное у нас. Тестирование. Ты ни разу видела с телефона. С телефона я вот так. Ну нет, чтобы сразу на канале я не снимала. Да. Я же на канале, я же не просто видео снимаю. Ты сейчас загрузить хочешь? Сразу? Я не знаю, что я хочу. Наверное, сразу загрузится и все. То есть я сейчас на улице уже пистюрю спорезу. Уже не удалишь? Давай нажмем на стопку. На стопку, давай. Да? На стопку. На стопку.